написано, это место было сотворено раньше, чем рай. Здравствуйте, друзья! С вами я, Наталья. И я нахожусь в городе Бари на вокзале. И сейчас мы хотим поехать в другой городок небольшой, который находится в области Бари, называется Полиньяна. Ага. Разных вкусов маленькие. Правильно, чтобы для детей это получается. Тебе кажется, что мы попустим? Ну да. Очень много людей. Но это, наверное, потому что еще воскресенье. Да? Или так всегда здесь? Ой. Зимой здесь. О. Давно я, правда, не ела мороженого. Кстати, я тоже уже. Потому что была простужена. Сюда? Мороженое сейчас будем кушать. Хорошая музыка. Это Нонна Паспарелла? Ты. Не видно. О, граксы. Questo dovete mettere gli altri. Questo che? No?
Да? Вау! Какая красота! Да, люди купаются. Я тут вон совсем сегодня. Хорошая смотровая площадка. Сфотографируют здесь. У меня уже миллион фото на этих фонях. Так что говори там. Написано, это место было сотворено раньше, чем рай. Наверное. Вени, вени. Мяу. Только приезда, путешествовала. Меньше, чем летом. Летом здесь яблоку негде упасть. Булыжный пляж. И люди на нем просто лежат на этих булыжниках. Капец. Субтитры сделал DimaTorzok
Друзья, мы искупнулись. Красота неимоверная. Столько народу! Алекса,